Часто люди с гласной «о» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Звук «н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Буква «н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Присутствие буквы «о» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Буква «о» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Владельцы этого имени стремятся к полной независимости и порой отторгают влияние общества. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Окружающие уважают этих людей, постоянно к ним прислушиваются, ценят их мнение. Слово человека с этим именем ценится и стоит дорого. Но не стоит забывать, что дружеские отношения с этой личностью просто опасны. Они всегда стремятся действовать. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Очень часто человек с буквы «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Звук «у» дает человеку активное воображение. Некоторые отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «к» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.